Сегодня я позвал своих друзей, чтобы устроить экстремальную битву автопилота. Наши участники сразятся в трех испытаниях на электрокарах. Гонка через всю карту, спуск с горы Челяд и раунд суета. Вся сложность заключается в том, что все испытания проходятся на автопилоте. Главный девиз дня — не доверять свою жизнь автопилоту, ведь все мы прекрасно знаем, как порой он может работать. В начале каждого испытания гонщики крутят колесо удачи, которое определяет транспорт под данную дисциплину. Также сегодня мы решили сделать спецсерию и проверить новые электрокары. Посмотрим, как автопилот работает на них. Все испытания будут проходиться исключительно на новых машинах. Три испытания, 16 машин, 4 участника и один победитель, который заберет 5 миллионов долларов. Да уж, друзья, чувствую я, сегодня мы допускаем фатальную ошибку. Доверим свою жизнь новым электрокарам, ведь мы их еще ни разу не проверяли. Чувствую, сегодняшний тест-драйв зайдет слишком далеко и боюсь представить, что сегодня будет происходить. Но так или иначе, прямо сейчас перед нами новые 4 электрокара, которые, как я уже и говорил, мы ни разу не проверяли. Сегодня мы собрались здесь с вами, чтобы проверить эти машины по полной программе. Ну что, парни, давайте просто вот так вот быстренько пройдемся по модельному ряду автомобилей. Ну, посмотрим, BMW какие... семерка, BMW i7, BMW i7 электрическая, BMW, да, она сегодня может достаться кому-то из нас под испытание. Соответственно, Люсид, у нас 2 Люсида. Короче, вообще непонятно, какой из Люсидов здесь стоит, потому что у нас их 2, но они разные. Они выглядят вообще один в один одинаково, максимально одинаково, но это машины разные. И главная разница между Люсид Сапфир и обычным Люсидом заключается в том, что Люсид Сапфир — это как Tesla Model Play. То есть супер быстрая версия Tesla. Вот Сапфир, собственно говоря, это то же самое. Но, по-моему, Сапфир находится справа, это вот именно вот эта машина. А обычный Люсид — это вот эта машина. Ну, я надеюсь, я не ошибаюсь. И, ребята, еще одна BMW iX, соответственно, электрический джип. И на этих машинах сегодня мы приступим к нашим любимым электроиспытаниям. И каждое из этих испытаний будет проходиться на автопилоте. Ну что, парни, давайте приступать, давайте начинать. Ну что ж, перед стартом каждый из нас крутит колесо удачи. Наше первое испытание — это гонка от одного края карты до другого. И, соответственно, нам нужно понять, на какой машине каждый из нас будет проходить то или иное испытание. Ну что ж, Серега, ты вызвался быть первым. Я кручу колесо для себя, и та машина, которая падает на колесе, достается тебе. Ну ты, я хочу сказать, счастливый засранец, потому что тебе достался... Я счастливый засранец. А как ты думаешь? Вот давай, вот чувачка твоя, что там подсказывает. Бэха, Бэха. Ну какая? Не та, Сережа, не та, не та. Вот туда иди. i7 достает Серега. Серега уже, по сути, забрал, наверное, самую лучшую машину. Хотя я без понятия, какая тачка из этих лучших. Давай, Андрюха, решать, кто из нас следующий. Ты желаешь быть вторым или желаешь быть третьим? Ну какой? Третьим. Ну хорошо, значит, я кручу. Я надеюсь, мне тоже Бэха достанется. И реально Бэха. Ну слушай, Андрюха, тебе достанется один из этих Люсидов. Тебе достается либо Люсид Сапфир, либо обычный Люсид. И это Сапфир. Поздравляю, поздравляю. Ну что ж, на наших трех автомобилях мы наконец-таки сразимся в нашем первом испытании, а именно гонка на автопилота. Ну что ж, дамы и господа, мы наконец-таки готовы приступить к нашему первому испытанию, и это гонка от одного края карты до другого. Но сегодня мы решили немного по-другому построить маршрут, немного что-то поменять, и сегодня у нас будет 2 чекпоинта. То есть один чекпоинт и сразу к финишу. Наш чекпоинт находится у фермы, у магазина одежды. То есть первым делом мы должны добраться до этого магазина одежды. Опять же, пацаны, повторяюсь, мы все это испытание проходим исключительно на автопилоте. А после того, как мы добираемся до магазина одежды, мы должны поставить новую метку у почты и добраться до почты, которая находится у палета Б. И, соответственно, теми маршрутами, которые машина поедет, она теми и поедет. И первый, кто доедет, тот и побеждает. Ну что, все поставили метку, я понимаю, так, да, на магазине. И все готовы в целом начинать. Все завели свои электрокары, заряжены до небывалых скоростей, так сказать, и все готовы начинать. Ну что ж, давайте проверим, насколько хорошо работает автопилот на новых электрокарах. Я не знаю, китайцы, не китайцы, ну, не, BMW, понятно. Я заряжен не на 100, на 1000. Ну ладно, 3, 2, 1. Понеслась, рода. Ой, ну сразу... Нормально вообще? Это авто... это Олег. Не, подожди, я вообще понять не могу. А как так? Объясните, пожалуйста, реально. Олега защемили сейчас. Не, стой, я вот этого сейчас... Я был по центру, я тоже был первого раза. Мы переигрывать не будем. Люсинда поехала, красава. Люсинда, Люсечка. Люсечка, сапфировая Люсечка едет первая. Пока что, пока что. Ой. Не, паровозик, паровозик. Кстати, обратите внимание, ДТП сейчас даже не было. ДТП, автопилот успел тормозиться, так сказать, не допустил. Да,
только покуждаем. Миша, кстати, а втроем-то вообще хорошо. Меньше народу, больше кислорода, как говорится. Реально, вот это я понимаю. Спокойнее, никто не орет. Вот это факт, вот это реально факт. Слушай, ну пока спокойно, кстати, едем, хотя я делал ставку на то, что когда мы будем ехать по вот этой вот развилочной дороге, машина будет вести себя неадекватно. Я боюсь, что кто-то... Ролик будет записывать бензопроводом. Я боюсь, знаете, что произойдет, пацаны, что одна из наших машин у кого-то, она, возможно... Куда? Налево, подожди, налево! Ну все, понятно, вот и понеслась горячая вода по трубам, а? И куда дальше, подожди? Какой автопилот, блядь? Ну смотри, маршрут уже поменялся. Опять же, я делал ставку на то, что пока мы будем ехать по вот этому бездорожью, там по-любому машина... Ой, молодец! Вот, ну ты куда? Ну нормально вообще. Олег, вот а это BMW Андрюша у нас, понимаешь? Не дай бог, я налево поеду. А у меня машина уже направо, смотри, поворачивает, смотри. Не, подожди, вообще, изначально я простраивал такой маршрут, что надо... Слава яйцам. Как она так едет? Я не понимаю. Изначально был вообще... Она просто ехала нормально, потом взяла и в гору врезалась. Изначально был вообще другой маршрут. Машина должна была налево поехать вот туда, а ехать дальше там по развилочной дороге, а не вот по таким... Ну это бред! Это реально бред, вообще не понимаю. Так, ну смотри, пока команда... А чего меня грабят? Алло, меня грабят хотя. Ну, Андрюх, ну это потому, что ты на китайской какой-то машине едешь, понимаешь? А вот BMW уважают, понимаешь, на дороге. А вот эти люсинды все какие-то, понимаешь? Там его еще и подрезают, Серег, надо ускоряться. Помоги, Олег, помоги. А я что сделал? Я как тебе помогу? Скажи, просто, я на автопилоте. А, я от них уехал. Я на автопилоте. Ты думаешь, они тебя не догонят, хочешь сказать, да? Слушай, забавно реально то, что из всех, вот, ну мы же ехали по одной дороге. Самое забавное то, что максимально криво сработал автопилот именно у Андрея, то есть именно на Люсинде. Нет, ну я понимаю, что это рандом, но все равно как бы BMW лучше как бы там туда-сюда. Нормально ли, я от ограбления на автопилоте уехал? Чуть-чуть не ДТП. Куда? В смысле? А что у тебя? Вот это сейчас что было вообще? Это Audi, конкурент типа просто решил, да, вот так вот просто, да, помочь как бы, да, Люсинде, а обогнать. Мне вот повезло наоборот. В меня машина просто врезалась и все. Ой, не, я знаю. Давай, у нас есть шанс еще обогнать, Серега. Хорошо. Живой. Давай. Давай. Молодец. Ну молодец, давай. Зачем? Там... Че он меня просто остановил? Ну там троллеры просто эти. Слушай, ну ладно, пока могу сказать так, что в целом автопилот работает, ну в целом нормально. Реально, ну как бы, ну без каких-то таких очевидных огромных проблем. А, чего? Вот сейчас, не дай бог, мы поедем на Чили, а в итоге вместо дороги. Нереально, ты че прикалываешься? Так, напоминаю, что как только мы добираемся до магазина и машина останавливается, мы ставим метку на почту, которая находится в Палетто Бэй, и после этого едем туда. Все, я доехал. И тем маршрутом, которым она едет, собственно говоря, мы едем по этим маршрутам. Давай, гони. Все, машинка остановилась. Я уже готов ставить. Я поставил метку и поехали дальше. Ну, вроде нормально едет. За нами хвост увязался, я надеюсь, без проблем вообще. Ты видишь комбайны сверху? Да, вижу. Сделаем. Да, давай. Ты, смотри, ты что думаешь, я тебя не слышу, что ли, а? Ты что там собрался делать? Ты кого там это не надо? Нет. Андрюш, нет, они меня подрежут. Нет, как мне сейчас повезло! Какие лохи! Автопилот спас мою жизнь только что. Ребят, не мешайте. Он второй раз промахнулся, Да ну не надо подстрекать их! Ой, ты ну чё... куда, ламба? Не надо. Да, надо. Ну не надо! Я вообще считаю, это полный бред, реально. Надо Серегу обогнать как-то. Да ты, Сереж, так помалкивай, давай, Сереж, варежку свою на ноль затянул быстренько и молчи, давай, помалкивай там, а. Уйди впереди бэху. Автопилот, для чего, для тебя добавили в машину, спи давай и за рулем, и ничего не делай, все, и кайфуй, просто отдыхай. Не, ну, кстати, пока нормально. У меня машина... Андрей, сделай этот первого лица. Я трубку нахуй. Да, я сначала подумал, у меня машина дымится, потом понял, что у меня трубка во рту. А салон-то охуенный. Салон-то, кстати, интересный, реально. Мне нравится приборная панель там вообще какая-то, нереально космическая. Ой, нет! Смотри, как сократил дистанцию это, а? Надо попросить. Нет, не надо. Ебани, Олег, последний разок. Нет, только попробуй. Только попробуй это сделать. Последний разок. Не дай бог сделаешь.
У тебя, слышь, у тебя чел косой какой-то, он просто, ну он самый меткий реально стрелок из всех, которых прошу, я видел. Прошу, ебани его, три промаха! Не надо, отставить, Андрей, отставить, говорю, нечестно, не трогать, не надо. Уж иди впереди, там Серега, я вот его уж подрез. А, вот оно как, да, Олег, я выебываю. Да ну не меня! Давай, ну слышь, нет. Ну я вам 10 раз сказал, ну у вас, ну что. А я здесь при чем, Олег? Не виноват. Не, что не виноват? Я выключаю автопилот, обгоняю тебя, еду вперед. Нет. Как, я нет? Сейчас отключаю автопилот. Нет, а вот я это не по правилам, вот это не по правилам, нифига. Я это нифига вообще не по правилам. Нет, все, Олег жульничает. Что это жульничает? Слышишь, где он вообще? Идите посражайтесь еще. Олег, тёлка. А, вот так, значит, да? То есть ты хочешь сказать, что это честно, да? Вот. А что, у них нет своих, что ли, на плечах головы? Ну так не надо подстригать было. Ну так кто подстригает? Ну Серега, ничего не знаю, но Серега приехал первый. Я второй. Ну вот. Я второй. Нет, нет, сфигали. Нет, стой, подожди, нифига. Такого было делать нельзя. А никто не говорил, Олег, правил не было. Слушай, никто не говорил, у нас честная борьба, алло. Давай я сейчас весь сервер скажу, ребята, мешайте Андрею, пожалуйста, чтобы тебя вообще не выпускали. И что, ты думаешь, это будет честно? Нифига подобного, нет. Вот это было не по правилам, это было вот прям жульничество максимально. Нет, ты третий, и все. Я ничего не знаю. Так, все, именно так у нас заканчиваются наши первые испытания, и мы перемещаемся ко второму. Но перед стартом мы должны понять, кто на какой машине будет это проходить. Итак, дорогие друзья, наше следующее испытание — это спуск с горы Челя. Соответственно, перед его стартом нам нужно определить, кому какая машина достанется по данную дисциплину. Я второй. Что ж, Серега второй. Первый у нас... Давай я буду первым. Да, давай. Значит так, Андрей, кручу для тебя барабан. BMW iX. Поздравляю. Машина очень даже хорошая. Да. Серега, вы второй. Вам достается... Да. Тетя Люся. BMW iX. Вы вдвоем с Андреем поедете на одной машине. Я шучу, если что. Тебе, Серега, достается... Да что ж... И не понимать, это остается BMW i7. Олег, ну, это та же самая машина, на точно, которой ты... Уверен? Да. Она где-то... Вот она. И ладно. Мне... Ну, я, походу, на Люсинде, да, буду проходить? Но вот осталось понять... Люсинда! Ну вот, я на Люсинде Сапфире, отлично. Ну что ж, садимся по машинам и поехали. Ну что ж, наше второе испытание — спуск горы Челя. Наша финальная цель — это добраться до метки. Метку все на карте поставили, это аренда мотоцикла. Да. И все это расстояние мы должны проехать исключительно на автопилоте. Есть одно лишь только правило: если машина застряла и не выбирается на протяжении, там, 10 секунд, то мы можем помочь... Вниз на Нет! Мы можем помочь ей добраться до дороги, которая идет параллельно к тому месту, где ты упал, вернуться обратно на трассу и дальше продолжить спускаться на автопилоте. Ну и так, пока первый кто-то не спустится, либо не взорвется, либо не расшибется и так далее. Ну что, все готовы, да? Все включили автопилот, все приготовили маршрут. 3, 2, 1, поехали. Я пропущу вас вперед, а то мне страшно. Понятно, только вместе мы сильным. Люсинда! Люсинда, единственная машина. Господи, я ненавижу это испытание. Молодцы. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Можно без этого испытания как-то еще раз? Олег, да, в следующий раз я предлагаю другую горочку. Нет! Вообще, просто самый низ. Бэхонька. Все, готово, да? Люсинда, пожалуйста. Вот, ты так умеешь? Люсинда, пожалуйста. Кирилл говорил, что ты хороший электрокар. Кирилл говорил, что ты хороший электрокар. Покажи всю свою силушку. Ну, кстати, подожди, пока... О, ну я когда заезжаю наверх. У меня бэха под 90... Ну да, под 90... Вот у меня так же. Я не понимаю. Кстати, знаете, что я хочу сказать? Вот ра... Нет, подожди, стой. Я... Что? Это как? Как она это делает? 8. Пацаны. 9. Нет. Нет. Ну, она заезжает у меня. Я не успеваю. Я то, поняли, у меня в моментах просто куча всего. Я то хочу машину похвалить, то наоборот просто ее каким-то образом просто осквернить. Эль моменто перфо. Вот на самом деле, я до конца понять не могу, это рандом или не рандом. Но, опять же, по крайней мере, на Люсинде, вот сейчас автопилот работал так, как не работал никогда. Это вообще что-то прикольное. О, это Серега, что ли? Серега, как там? Там хорошо дела, успешно все, да? Двух колесов, я обожаю. Нет, мне какой-то чел просто рандомный здесь. Какой-то непонятный, сейчас откуда здесь взялся? Нет. Куда здесь у меня чел взялся? Я не знаю, Андрей, я не знаю. У меня автопилот вообще непонятно, какие-то кубики дают. Короче, ладно, мне самому заезжать надо, походу. Что у меня? У меня машина круги дает, но не в ту сторону, в которую надо. Здорово, я вернулся. Здорово.
Из какой-то проклятое аномальное место, у меня машина тут два круга уже сделала. Ай, молодец! Не, короче, не, я не могу заехать, круг. Я все, я торможу здесь, не хочу. Третий круг. Ну то есть ты вообще, ну нормально у тебя с мозгами там внутри или... Ну это конец. Что вы понимали? Да. Прежде чем поехать вперед, у меня машина три круга сделала. Тихо. О, а сейчас был в сантиметре! Нет! Серега, Олег. Пока. Я вижу, да. Я вижу. Олег, я туда же. У меня флешбэк. Я туда же. Все то же самое. Помнишь тогда? Все то же самое. Да. Все то же самое. Не, ну опять же, ребят, мы. Ну, машина едет. Единственное правило, то, что это вот 10 секунд, если оно застряло. То есть машина не застряла, ну, машина едет. Я два раза так сделал, да. Ну ты смотри, что она делает. Ну просто. Ну и че, я включил автопилот сразу. Олег. О, кто Олег. Делает эти автопилоты? Скажите, пожалуйста, ну вот кто вы? О, Серег, пока. Я обогнал. Ты здесь, что ли? Да, я здесь так же, да. А какого хуя? Ну-ка, а вот так вот. Вот автопилот Люсинды, ну, пожалуйста. Меня... Куда ты на камень полез? Она по дороге вообще мне не едет, она просто не едет. А у меня так же, у нас так же. Ну и смысл этого испытания, не понимаю, просто вниз лететь? Я машина, ему камень, пацаны. Опять же, ну вы сами должны, блин, понимать, что от нас там вообще ничего не зависит. Это полностью все автопилот. Это все полностью автопилот. На чилет не надо. Не надо. Так, хорошо. Не надо. Я даже просто, я со старта не уехал. Хорошо. Ну, кстати, по-моему, Люсинда бьет сейчас все рекорды, которые уже были до этого сделаны. Олег, я на чилет поехал, давай я... пока. Я мотоламба пролетела, понимаю? Я обратно старт. Мужики, я финишировал. Андрей, ты реально на самой верхушке горы или как? Да. Как? Я вижу. Реально, смотри. Ну так съезжай. Сука. Вот съезжай, автопилот не остановился. Как ты вообще заехал сюда? Объясни, пожалуйста, как она под таким углом вообще едет, а? Она сама заехала сюда. Ну я понимаю, что сама, но спустись ты ниже чуть-чуть и дай немного скорости, так сказать, газу, да, джазу и все, и пусть она едет сама. Ну что она делает? Ну и что? Она летит! На передней тяге. Ну кстати, слышишь, нормально, смотри, она держит, смотри, она еще на дороге находится, это самое главное. Да это ненадолго, господи. А ты смотри, Серега-то еще не финишировал. Только вместе мы сильные. Серега-то, вот, хорошо. Олег, так держать. Так и думал. А что я думаю? Не, смотри, Андрей очень хорошо, кстати, сейчас спускает, смотри. Вот самое главное, вот этот момент преодолел хардкорный, и все, и дальше смотри, как хорошо спускается. Я молчу. Не, смотри, она прям вообще без ошибок, Андрей едет, прикинь. Прям очень хорошо. Ты не хорошо. Понял, что Серега приехал, что ли? Ты не понял еще? Ну я понял, ну просто я хотел надежду тебе дать, что сказать. Хотел подбодрить тебя немножечко. Не надо уже подбадривать, все уже. Не, ну ты смотри. Не, вот реально, вот, ну без шуток. Реально, вот автопилот здорово, работал спасибо. Очень даже нормально. Подводя итоги нашего второго испытания, первое место у меня, второе место у Сереги и третье место у Андрея. Давайте приступим к нашему финальному испытанию и посмотрим, чем оно закончится. Ну что ж, дорогие друзья, финалочка, финальный раунд света. Вот сразу хочу сказать, я чур первого, я первого сегодня ни разу не был. Второй, кто у нас будет сразу? Давайте заранее бронируем. Я не буду. Я ну, третий, получается. Я третий. Так решите между собой, кому ну, Андрей уже был, Андрей вы что, был. В одной машине поедете? Или что я понял? Короче, я пока подключу колесо для себя. Андрей, второй, и мне достается Люсид. Причем обычный Люсид, не сапфир, а нормальный обычный Люсид. Интересно, на что он спасает. Так, следующий кто у нас? Так, Серега, следующий, так, давай. Так, в смысле, по счету-то, алло. Серега, давай. Ну давай, смотри. Ладно, снова выпал Люсид, мы прокручиваем еще раз, падает снова Люсид. Да что за фигня такая, я понять не могу, а? Итак, смотри, давай я скажу просто, какая машина выпала. Или кто у нас в итоге второй? Второй кто у нас? Серега, Серега. Да? Серега, тебе достается BMW iX, ты берешь машину, в которой сидит Андрей. И Андрей, да. Тебе достается либо i7, либо Люсид. Люсид Сафир, поздравляю. Да, ну что ж, на выбитых машинах мы, ребята, приступаем к нашему третьему раунду. Погнали. Ну что ж, давайте быстренько пробежимся по заданиям, которые нам нужно выполнить. И опять же напоминаю, что финальное задание в этом списке это также крыша Аркадиуса, с которой нужно спрыгнуть и долететь до здания аукциона. Но перед этим нужно сделать, купить номера с двумя одинаковыми символами, это очень легко. Починить любую BMW, если что машина Сереги не считается, это касается для всех. Это касается всех участников. Забить кальян, нужно купить кальян, забить его и там подымить забить немножечко. Ну и последнее задание, как я и сказал, это крыша Аркадиуса. Ну что ж, каждому из вас желаю удачи. Опять же напоминаю, что все эти испытания проходятся на автопилоте. Поэтому, пацаны, удачи. Ну что, парни, давайте начинать. На счет 3. 1, 2, 3. Понесу. Ух, ё-моё. Так, ну, ребят, мы включаем автопилот. Мы включаем, давайте, наверное, первым делом мы попробуем доехать до вот этого магазина 24/7. Ема! Вот до чего доводит автопилот, ребята. Вот, понимаете, сейчас суть автопилота. В теории, кстати, в реальном... Ну, кстати, не, ладно, мы нормально приземлились. Забираю свои слова обратно. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё? А суета, я не понял. Тоже на автопилоте надо или можно не на автопилоте?
Наверное, можно не на автопилоте. Ну да, так и поедем, соответственно. Не на автопилоте. Ай, куда я вообще упал, боже. Что это за... Пиздец, все. Ебать, дебилка, помойка, просто машина, не машина. Куда я заехал? Все, я не выйду отсюда никогда в жизни. Во, все, пацаны, едем. Так, ну что, мне получается... Да уйдите же вы все, ну... Я вас прошу, пожалуйста, дайте, мне надо победить. Так, а что, мне получается, надо ехать в магазин, все правильно, 24 на 7, который находится под секрет-шопом. Спасибо, что меня въебали, спасибо, спасибо, спасибо. Ладно, я, ребят, правил нарушать не буду, правила все-таки не созданы для того, чтобы их не нарушать. Так что мы аккуратненько сейчас... Да что вы делаете, ребят, ну не стопьте, отъедьте, не мешайте, у меня автопилот на вас работает, отъедьте. Блядь, ну все, из-за этого я проебал. Все. Все, все, все. Можно не торопиться. Да, ребят, не катайтесь за мной, на вас автопилот реагирует. Уедьте, не мешайте. О, господи, ребят, ну это просто трэш какой-то, я не знаю. Ну как будто специально все. Понимаете, специально. Так. А, о, подожди, пускай за... Иди, ну пусть едь за мной, едь за мной, едь за мной, едь за... У него же БМВ. Ну едь за мной. Так, о, заебись. Иди сюда, ну куда ты, ну почему ты отъезжаешь? Блять, почему ты отъезжаешь, когда ты нужен, блять? Ну это же бред. У него как раз была BMW, которую надо было починить. Ну, закончились товары. Да что за бред? Какие нахуй товары закончились? Ну все, это проеб. Я почёли. Нахуй. Я еду нахуй, блять. Сука, только живи. Пизда. Так, ну давай, гони, 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 моя машиночка. Мы едем сначала в автосалон. По-любому БХ есть. Стой, стой, сука. Остановитесь. Руки за жопу, и чтобы я их видел. Так, здравствуйте, уважаемые. Мне нужна БХ. Мне нужна БХ. Есть тут хорошая БХ. Это что у нас? Пацаны, тут есть БХ? Когда нужна БХ, БХ нету. Это как... Здравствуй. Блять, я долбоёб. Я нашел бэху, но не купил ремкомплект. Гений, блядь, на Сереже. Вообще, в реальности, мне кажется, автопилот, вот, будь в такой ситуации, там, условно, застрял бы он на крыше, его включили, мне кажется, он должен был видеть, что перед ним пропасть, он бы, наверное, не слетел бы, да? Хотя, кто его знает? Я не электровод, понимаете, я не понимаю. Значит, смотрите, первым делом мы с вами должны добраться до магазина. Как мы доехали до места? Ну ладно, бросаем машину здесь, идем, соответственно, в магазин. Я надеюсь, там будет товар на складе. Покупаем ремкомплект, соответственно, там. И наша главная задача будет найти любую BMW и починить ее. Это на самом деле непростая. Это Мустанг, это Kia Ceed. Вот сейчас самое главное, чтобы были товары на складе. Просто пожалуйста. О, найс! Все, ремкомплект купили. Осталось починить BMW. Нет, там БМВ нету. Кстати, я знаю, где может быть Бэха. Может быть у больницы. Давайте мы сейчас на автопилоте доедем до больницы. Там, возможно, будет стоять БМВ. Мы любую из них починим. И как раз рядом находятся номера. В теории план рабочий. Ну, как швейцарские часы, как обычно, конечно, да? Так что давайте ехать в сторону Больки. Так, хорошо. Не сдаемся, ребят, не сдаемся. В каком-то секрет-шоп... Ай, блядь, я же мог в секрет-шоп... Ну да, все, я проиграл. Надо было по пути в секрет-шоп заехать кальян купить. Пиздец, все, это будет очень долго длиться теперь. Просто бред. Да, подумай, подумай. Наверное, надо туда. Да, я с тобой полностью согласен. Не надо ехать по прямой. Мы лучше постоим. Поедем на желтый, все правильно. А потом поедем на красный, все хорошо. Идеальный автопилот, я обожаю автопилот. Давай. Вот, ну ты ебаный шашлык, опять на желтый едешь. Мы доехали до места, хорошо. Думаю, здесь-то подъезжать можно. А чё, кстати, не повели? Они так быстро сделали? По-любому, Андрей опять поехал за Олегом. Это, в принципе, как обычно. Так, повезет, не повезет. Нет, давай дальше. Нет, давай дальше. Нет, давай дальше. Купить. Подожди, я пока не ну 100% в этой куче должна хотя бы одна бэха стоять. Ну ты смотри, сколько машин здесь. Как будто и ни одной БМВ. Ни одной бы добыть такого не может. Так, машинку закрываем. Нереально, чтобы здесь не было. Есть! Это Бэха? Это Бэха, ребята, это БМВ. Пожалуйста, все. Пожалуйста, починили. Задание выполнили. Молодцы. Все, теперь едем в сторону номеров и покупаем нужные нам номера. Вы доехали до местного назначения. Конечно, ничего, что местное назначение вот здесь вот.
а ты меня останавливаешь в 5 километрах от него. Все, надо бежать скорее вот сюда, ну любая бэха. А как, бэху тоже на автопилоте что ли искать? Ну, где нормальные правила, я не понимаю, ну. О, вот здесь есть товары. Так, а BMW есть? Товары есть, а BMW? Бля, вот у них есть BMW, интересно. Ну-ка, ну-ка, Mercedes, Alfa Romeo, Giulia, S-класс. Ну, конечно, естественно, BMW это, блядь. Одни мерседесеры вот эти вот, блядь, понимаете? Одни стрингодрочеры. Ну, дайте BMW, пожалуйста. Ну, это даже не BMW, это Audi, ну. Ну, серьезно, ну, Kia... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, еще там Mercedes стринговод. Ну, что за бред, ну. Ну как так можно жить-то, я не понимаю. Ну надо ехать отсюда дальше. Андрей, там Ламборгини. Ладно, Андрей. Поехали в секрет-шоп обратно. Может быть там по пути бэху найдем. Так, мне нужно, пожалуйста, ведро воды и хуй туды. На складе закончились товары, я понял, хорошо. И что мне нахуй делать? Мне сказали, что это единственный магазин, где что-то осталось. Хорошо. Хорошо, я вас услышал. Не, ну мне честно сказали, что это последний магазин, где что-то осталось. То есть формально есть еще, ну я схожу для приличия еще в один магазин и надеюсь, что там что-то есть. Если там ничего нету, я не, ну, ну все. Ну ладно, можно даже еще для приличия вернуться в салон, посмотреть на бэху, сказать «Ма, я тебя починил» и поехать дальше. А я больше других вариантов не вижу. Ну все, нам по сути проехать вообще по фигне, просто выбить эти номера и далее сразу едем в секрет-шоп, покупаем колен, забиваем его, покупаем парашют и едем в сторону Аркадиуса. Ну как так мы доехали до места назначения? Ну вот объясните мне, пожалуйста, даже на бочину не съехать. Ну вот неужели этому учат реально автопилот, а? Неужели реально вот так сильно плохо настраивают авто... Так, подожди. А пацанов-то здесь нет, меня это начинает напрягать. Ну не могли они так быстро выполнить задание с номерами. Они ж по-любому первым делом поехали сюда. Итак, покупаем номера, давайте сразу, да? Два одинаковых символа. 2 двойки! Забираем. Найс, 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 буквально с первого раза. Удачи сегодня на нашей стороне, хорошо как, а? Сейчас самое главное, чтобы машину еще никто не угнал. Вот это тоже моментик такой присутствует. Если машину кто-то угонит, все, задание провалено сразу моментально. Все, садимся быстренько в машину, ставим метку на секрет шоп, заводим двигатель и поехали. Да, блядь, ни одной бэхи, естественно, конечно. Конечно, ни одной. Блядь, ни одной BMW, столько BMW на сервере и сейчас ни одной. Просто такая бредятина, просто наитупейшая бредятина. Просто ни одной BMW. Ну как это понимать, ребят? Ну. О! Наконец-то нашел X5. Заебись, все. Ну это, ребят, уже проигрыш. Это чисто проигрыш. Ладно, починили. Я починил X5, хорошо. Тогда сейчас едем срочно в секрет шоп. Ой-ой-ой, как я тут доеду, ё-моё. А куда метка стоит? Алло, дура. Метку-то разверни. Куда ты поехала во дворы? Куда ты по дворам начала хуя... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, парашют мне сказали обязательно покупать. Я обязательно купил. У вас нет места в инвентаре. Хорошо, я понял, тварь. Сейчас самое главное, чтобы автопилот добрался именно до той точки. Именно до... А подожди, кто это? Нет, это Серега, неужели он так быстро добрался, в смысле? Неужели он BMW... Ну ты смотри, какая машина припарковалась прямо у магазина. Ты просто посмотри на это, а? Вот как, объясните, как такое вообще возможно, что вот из всей вот теории вероятности, да, из всех машин, которые могут приехать к этому магазину, именно в тот момент, когда приезжает Серега, сюда приезжает именно BMW. Ну, типа, какова вероятность вообще, я не понимаю. Так, покупаем с вами этот кальян покупаем. Как, нет места в инвентаре? Нет, 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 нет. Стой, надо повыбрасывать мусора, много всего вот этого. Мы вот это выкидываем. Ну, мы очень быстро, ну мы опаздываем. Подожди, стоп, кальян, табак, купили. Все, выходим из магазинчика. Бэмс, 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 ставим кальянчик. Отлично. Давай сразу на пол. А что, не ставится? О, все, использовать, забить, табак. Все, ребята, кальянчик мы забили. Немного подымили. Отлично. Все, ребята, можем ехать. Можем отправляться в сторону Аркадиуса. Парашют мы купили. Один купили, я думаю, этого нам будет достаточно. Да, 100% достаточно. Садимся в машину, прыгаем в нее. Делаем метку на Аркадиус. Поехали. Все, самое главное, мы обогнали Серегу. Вот это сейчас самое. И Андрей едет, смотри. Ха-ха. Мы будем первыми, ребята. Мы будем первыми. Мы будем первыми. Опять же, если все пойдет по плану. Вот сейчас самое главное, чтобы все по плану абсолютно пошло. Ну, как будто я купил. Ну, то есть он у меня есть, а я на кнопочку нажал, ведь нажал. Поэтому нормально. Так, а у меня нету денег таких, а у меня нету места такого. А в смысле, я что, бомж? Не понял, ну похуй. Выкидываем. Мы не торопимся.
Все хорошо, мы бомжи, я понял. Минус 500. Кальянчик. Опачки. Ай, молодец. А теперь берем и пыхаем. А где мое дилдо? Спиздили. Хорошо, мы богатые. Да опять меня остановило, блядь, где-то в 5 километрах. Что за бред? Вот где место назначения, вот. Бред, вот он едет, тварь. Ну, конечно, он, блядь, едет Олег там. А ну как, то здесь? Я сейчас просто из вредности, бля, время потрачу, чтобы Серега не выиграл. А, это Андрюша Петушара, я понял. Нет, ты не выиграешь. Я тебе не дам выиграть. Давай. Я тебе не дам выиграть. Все, Олег побеждает, ты не побеждаешь, Серега, все. Входи туда. Все, а я сейчас пойду, вот Серегу откину. Андрюш, все хорошо, ты пишешь. А поеду себе кальян куплю. Все, отлично. А я сейчас вот так, Серега, дверь закрою. Так, а я побежал быстренько за этим. А что, кальян поставили? Покупать не надо. Они закуривают. А я на крыше Аркадиуса закурю его. Так, развлечение, парашют сразу покупаем. Курительные это покупаем, табак покупаем. Все, там на крыше Аркадиуса и закурю. Нормально, все. Ну я забил. Я забил, у меня просто материала нету, я не знаю, где он берется. Так, стоять, ты нормально, что у меня автопилот просто в моменте на встречку выехал? Это сейчас что такое было вообще, автопилот ты? Нет! Меня крашного, ну как, ну за что, ну почему всегда я? Ну все, мне сказали, что там только один магазин. Я зашел в этот магазин, там нихуя нету. Я вроде правильно подошел, вот моя бэха. Поцеловал тебя, ля какая, обниму давай тебя даже. Иди сюда. На нахуй. Медитирую на то, что я тебя чиню. Все, я пошел. Я посмотрю, как у пацанов в итоге было, но мне сказали, я сделаю, я сейчас еще и сдохну. Блин, ну, вообще, как бы, не очень красиво я сделал, понимаю, да, осуждаю это максимально. Ну, а что поделаешь, мне кажется, там они все уже сделали, пока я там, блядь, дрочился, все уже было сделано. Да, ну, он проехал мимо, он едет на Аркадиус. Такой, блин, бред вообще из этого магазина первого. Так, ну-ка, заезжаем вот сюда. Они BMW уже, наверное, починили, а мне еще два символа надо найти. Закурить на крыше Аркадиуса, купить регистрационный номер. Так, наличные. Понятно, карты, 96 лемку, 122, все, 22 было, все, 22, два одинаковых символа, замечательно. Осталось только закурить на крыше Аркадиуса, и все, друзья. А, я долбоеб, кстати. Блять, а в какой... Подожди, я проебался, хотите прикол, я по привычке, я надеюсь это вставят, я по привычке поехал сам после рюкзака, ну типа я минуту стою, давайте лишнюю минуту постоим для приличия, я ж по правилам все делаю. Ну до этого я ехал на автопилоте, да, получается? Так, ребят, мы зашли на сервер, каковы наши шансы на победу? Мне кажется, минимальные, ведь прошло минут, наверное, таки 5, мы так или иначе не сдаемся, делаем метку, заводим... Завели! Слава богу, вы видели, он хотел угнать мою машину, 100% он хотел угнать ее. Как вовремя я зашел, как... Я не понимаю, как это работает, реально не понимаю. Быстро. А что, никого здесь нет? Я первый? Так, заходим сюда, потом заходим на крышу. Ну давай, пожалуйста, давай! Так, просто закуриваем здесь, срочно расставляем. Поставь! Есть, забить кальян, забить, табак. Ей использовать, курить. Замечательно. Закуриваем, надеваем парашютик. Так, где у нас аукцион? Вот он. Так, аукцион. Бежим. Как спрыгнуть на аукцион грамотно? Походу, вот туда мне. Так, вот сюда. Миссия невыполнима. Так, тихо. Понял, не отсюда. Надо хоть раз в жизни отсюда спрыгнуть грамотно. Подожди, вот это вроде он, да? И это, ребят, кажется, первое место. Да нет, стопудово уже Олег прилетел. Но я точно себе быстрее Сереги. Это прямо 100%. Там Серега, я видел его машину. Так, а что, я первый? Где все? Нормально, спасибо. Ой.
Не, ну я приземлился живым, зафиксировано, что я прилетел живым. Опа, тихонечко на крышу. Потом одеваем парашютик. Не торопимся, сегодня мы джентльмены. О, тут кто-то кальянщик прямо здесь сделал. Ну это Олег, он умный, Андрей так не умеет. Лечу. Я максимально безопасно. Я птичка. Значит так, все, быстренько сейчас мы где-то... ну да, но... Опять же, ребят, смотрите, моя последняя надежда сейчас на то, что кто-то из пацанов разбился. Я очень сильно надеюсь на это, как бы это странно не звучало, да? Но я надеюсь, что у меня еще есть шанс, иначе это габелло, иначе это реально проигрыш, потому что все, у меня крашеного, то есть, ну что я могу сделать? Так, сейчас самое главное, сразу давайте парашют надеваем, сразу идем на крышу, вот тут надо правильно угол выбрать, чтобы добраться до здания аукциона. И, соответственно, если мы... Блин, ну вот опасно. Как же опасно здесь вообще? Нормально. Так, и вот с этого угла, мы прыгаем. Все, и сразу активируем парашют, и сразу летим. Ну как? Ну почему именно сегодня так произошло? Объясните мне, пожалуйста, а? Ай, класс. Обожаю, когда происходит все именно так. Просто обожаю. Ну что ж, если подводить итоги нашего третьего испытания, пацаны, вы не представляете, как вам сильно повезло, потому что меня крашнуло прямо на подъезде к Аркадиусу, но такое, к сожалению, бывает. Итак, первое место у Андрея, второе место у Сереги, третье у меня. Но так или иначе, мы сейчас сделаем общий подсчет баллов и поймем, кто победил, а кто проиграл. Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги общего дня. Андрей, я тебе скажу так, что вне зависимости от того, какое место мы не заняли с тобой в первом испытании, да, то есть, опять же, ребят, я не знаю, кому в итоге достается второе и третье место в первом испытании, это уже дается вам на суд, но я хочу сказать так, что это не имеет абсолютно никакого значения, ведь победителем сегодняшнего дня стал Серега, который вылетел из игры. Ну что ж, это по баллам, соответственно, у Андрея 5 баллов, у меня 6 баллов, у Сереги 7 баллов. Но опять же, я не знаю, как судить первое испытание, когда меня подрезал чел просто по просьбе Андрея, но так или иначе, это вообще по барабану. Ну, это что моя победа. Все равно, да, даже да, если да, там да. Твоя победа бы и была, все равно победил Серега. Потому что в первом испытании у него 3 балла, во втором испытании у него 2 балла, и сейчас у него 2 балла. Итого это 7 очков. А у нас с тобой 5-6 очков, как бы разница невелика. Поэтому Серега забирает сегодня главный приз. И именно так мы протестировали сегодня новые электрокары. Я надеюсь, вам это понравилось. Всем огромное спасибо за все, всем до скорой встречи, всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.